30 января в выставочном зале Печорского историко-краеведческого музея прошла выставка фоторабот Эдуарда Стана. На ней были представлены снимки, сделанные в самых разных уголках мира – от Японии до Канады. Но любимыми для автора стали изображения северной природы. Эдуард Эдуардович увлекся фотографией еще в юности. Творческую натуру потрясала родная молдавская природа. Вслед за пейзажами появились снимки родных и друзей. Сначала это были черно-белые карточки, проявленные в собственной домашней лаборатории. Потом увлечение слайдами. Их в коллекции фотографа более 1000. Сегодня с приходом цифровой техники творить стало намного легче. Ну, во-первых, как говорят, остановись, мгновение, ты прекрасна. Умение поймать это мгновение, это, конечно... Это умение увидеть. За многие годы я в очень многих точках был, в очень многих странах был. И это накапливалось. В 2001 году Эдуард Стан впервые посетил Америку. С супругой Татьяной Денисовной они проехали не один штат. Но самое яркое впечатление на них произвела Ниагара. Зрелище, конечно, ни с чем не передаваемое. Это громада воды, которая низвергается. Кроме того, что мы ее видим, там дается возможность подъехать в большой ковш непосредственно к главному водопаду, а еще одна возможность – это одеваешь плащи, идешь почти под воду и стоишь там, эта масса, грохот неизвергающейся воды, это производит такой катарсис, очищение от того, что вот такое соприкосновение с природой. По мнению фотохудожника, вокруг нас множество интересных нестандартных ситуаций. Некоторые снимки сделаны Эдуардом Эдуардовичем с балкона собственного дома. Главное – научиться видеть то, что нас окружает. В этом автору работ зачастую помогает супруга. Татьяна Стан не просто разделяет увлечение мужа. Порой ее совет помогает сделать обычное шедевром. Муж у меня, он художник, поэтому художники видят по-своему и могут показать, вот, что они видят нам. Он меня спрашивает, как тебе нравится? Ты посмотри, с какой стороны лучше. Поэтому мне очень интересно вот смотреть, что он делает. Ну, может, в какой-то степени немножко ему помогать. На отлично работу Эдуарда Эдуардовича оценил коллега и товарищ Данил Камачиджан. На профессиональных снимках удачное световое решение, в них есть свой характер. Изображения нашего северного города заслуживают особого уважения. Вообще выставка очень понравилась, потому что много снимков каких-то северных, а север – это труд, снимать очень тяжело, снимки великолепные, с сюжетом, со цветом, светом, как его все сделаны. Так что думаю, что выставка, думаю, на высшем уровне даже. У фотографа грандиозные планы на будущее. При поддержке городских властей он попытается организовать специализированный фотосалон для профессионалов и любителей фотографий, каких в нашем городе немало. Дорогие земляки, торопитесь увидеть все прекрасное. Вокруг столько красивого, такая красивая природа. Пока еще не испорченная природа. Наслаждайтесь ею и делитесь с людьми своей радостью.